спонсор программы «Патруль» корпорация «Роснефтегаз». Здравствуйте! Теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Минувшей ночью в Новом Уренгое насмерть сбили пешехода. Фатальная авария произошла на магистральной в районе 68-го дома. Там в сторону аэропорта ехал водитель автомобиля Nissan 1991 года рождения. Пешеход в это время перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП мужчина 1976 года рождения скончался на месте до прибытия скорой помощи. На данный момент идет расследование. Госавтоинспекция города Новый Уренгой обращается ко всем участникам дорожного движения быть на дорогах предельно внимательными и аккуратными. Водители при управлении транспортом должны соблюдать скоростной режим, установленный на данном участке дороги. Пешеходы, в свою очередь, должны переходить проезжую часть только в установленном месте, а также в темное время суток должны носить светоотражающие элементы. На Ямале опубликована очередная ориентировка о розыске человека. С 13 октября ничего не известно о местонахождении Юрия Пяка 1993 года рождения. Он может находиться в Ханемее, Муравленко или Ноябрьске. Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серые. Был одет в светло-серую футболку, темно-синие джинсы, черные ботинки. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам, указанным на экране. На Ямале убили геолога во время экспедиции на Полярном Урале. Тело 34-летнего мужчины нашли у реки. Прибывшие на место правоохранители, осмотрев место преступления, доставили участников экспедиции в Салехард. На допросе удалось выяснить, что в ночь на 10 октября у геолога произошла ссора с 46-летним коллегой. Обвиняемый нанес ножевое ранение в область шеи своему коллеге. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ямальского браконьера оштрафовали на 150 тысяч рублей за 40 хвостов чира. Как сообщает пресс-служба региональной природоохранной прокуратуры, общий ущерб природным ресурсам Ямала составил 149 тысяч рублей. 59-летнему рыбаку назначили 120 часов обязательных работ. Кроме того, злоумышленника обязали компенсировать нанесенный вред в полном объеме, что на момент вердикта суда было сделано. На Ямале за 9 месяцев мошенники развели жителей на 115 миллионов рублей. Схемы остаются те же. Звонки от лжесотрудников банка и не только. Банковские мошенники начали прикидываться сотрудниками прокуратуры. Предприимчивые злоумышленники звонят россиянам, сообщают о готовящемся преступлении и о способе его предотвратить – перевести все средства на указанный счет. Мошенники продолжают орудовать и в соцсетях. В этот раз взломали страницу замгубернатора Янао Александра по дороге. Выпрашивали злоумышленники деньги на лечение мамы чиновника, которая якобы попала в аварию, и теперь требуется 219 тысяч рублей. Напомню, ранее аферисты взломали страницу ямальского депутата Госдумы Владимира Пушкарева. От его имени злоумышленники просили в долг любую сумму. А накануне мошенники обманули двух жительниц Надыма. Одна женщина перевела неизвестным 300 тысяч рублей, вторая – почти полмиллиона. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Корпорация «Роснефтегаз» приглашает за подарками и объявляет снижение цен в сети АЗС, АГЗС и на ГСМ оптом. Оперативный контроль качества обеспечивает передвижная независимая лаборатория «Госрегионстандарт». Сдаем в аренду жилые и производственные помещения. Подробности об организаторе по телефону 8 800 100 99 97.